37 глава книги Иова. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера — стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем.